слушают, ноги слушают, лицо все это пытается изобразить. Вы готовы? Артем утречком проснулся, хорошенько потянулся, руки тянутся, позевал совсем немножко, прикрывая рот ладошкой. И пошел скорее умыться, чтобы хоть чуточку взбодриться. Вода пришла. Глаза тёрт. Прочистил уши. Давай воду, чтоб потом всех смог он слушать. Лицо вытер. Бриться не давайте. И за щетку взялся наш Артем с охоткой. Зубы чистил он прежно. Подожди, так, нет? Чтоб дыхание было свежим. Любит чистить зубы, смотрите. Взял расческу причесаться, чтобы выглядеть красавцем. Он теперь открывает пяткой дверь. Ведь чтоб целый день трудиться, нужно утром подкрепиться. Ну почему похмелиться? Подкрепиться. Он хватает бутерброд, чтобы его засунуть в рот. Запивает его чаем. Чаем. Чай с утра не помешает. Ну все, позавтракал с утра, на работу уж пора. Шарфик повязал на шею, пусть он горлышко погреет. Повязал, только не утянул, аккуратно. Одел шапку.